Всем привет, ребята! Вы на канале Каренчик, и сегодня у нас будет влог. В общем-то, я сейчас уйду в художку, у нас будет столь искусств. И я вчера написала конспект. Не буду показать, потому что тиратку тут вот. Вот. Приготовилась, в общем. А еще я не показала, что мы вчера купили Гори Джеймс. Самый купальник. Я купила себе вот такой. А, давно купила себе почти такую же, но верненькую. Уже 8:30 на улице. К солнцу, так жарко. И еще у нас остались после вчерашнего суши. Суши, да. Вот. Буду кушать и собираться. Мой лук вот такой. Такая вот белая футболочка. Я делала такие вот спортивные кроссовки, потому что мне ее постирала, чтобы потом переодеть на фотосессии. Все, ребята, я уже пришла в кусочку. Сынок! Ты писюн помыл. В общем-то, ребята, я уже пришла с художки, вот. Сейчас сыграю, поваляюсь, отдохну и начну собираться на фотосессию. Время час, уточним. Короче, время где-то час, вот. И мне нужно уже через 1.5 часа быть на остановке. Там я буду ждать свою классную руководительницу и, короче, всех там. И мы поедем на маршрутке, да, вот такие мы вот swag ездим на маршрутке. Потому что был школьный автобус, очень дорого все вышло. Такая вот я swag, у меня есть попыты, и у меня есть символ димпл. Еще. Чекайте мой попыт, как он кликает, вот. Это лизинг попы. Тут есть циферки на обратной стороне. Сейчас я его нащелкаю. Как там? Сейчас я сыграю вам песенку. Алкоголь фу, сигареты фу. Парень, посмотри на мою эстетику. И тут и сзади циферки такие сосны. Вот мой, могу песенку сыграть. Итак. Делаю вдох, так пахнет Диор, резко себя вечность, вот и Диор. И вот попутым. И вот такой вот у меня символ Димки, который я купила вчера. Такой мячик есть, который, а смотри, он чистый. Выбираем от 1 до 34. 34. О, сынок, ты писюн помыл? Нет, попу. Всем привет, мы режем фруктики. А будете кушать фруктики? Нет, я вас заставлю. Итак, мы режем фруктики. Киви. Уху, найс. Теперь клубника. Что же? О, почему она не белая внутри? Что за... Ну, такой сорт, видимо. Виноград. Я думала их отрывать. Ну, короче, на сайт. И арбузик. Да. А что же внутри яблока? Давайте чихнем. Оп. Так. Ох, косточки мешаются. Как он плохо режется. Ребята, я уже иду к остановке. Вот Виолетта. Вот. Суэк, что сказать. Всем привет, Суэль. Мы ждем. Время без 5:03. Я не знаю.
Мы потерялись, девочки, мы потерялись. Мы еще, мы не знаем, куда идти. Но зато мы нашли... Потом мы нашли библиотеку. Куда-то идем. Никто не знает, куда идем. Мы уже приехали, мы нашли место вот. Мы, короче, идем. Я не знаю, куда мы пойдем, тут очень много залов. Возможно, да, мы возьмем сюда пойдем. Там так красава, слушайте. Смотрим, красава. Вот, ожидаем. Потом есть синтезинка. Найс. Я, возможно, не смогу снимать. Вот, мы уже все подключили, мальчики, вот это за нами. Ну, тут, в принципе, красиво. Очень красиво. Реально. Все снимаем, все снимаем. Вот такие вот мы. Мы приехали в деревню и делаем шарики вот такие вот. Короче, чекайте, вот, берем, смотрите, сколько тут попыток, какие попыток вот мы делаем. Сейчас вам покажу, как я делаю. Мы залили воду вот сюда, и Карина завязывает. Да. Та штучка, если я беру, делаю вот так. На мясо. Короче, вот, чекайте. Нет. Ладно. И вот так я вот сделаю. Потом я делаю вот так вот, и смотрите, получается узелок. И мы вот этот вот шарик убираем в пакетик, который я вам уже показывала. Смотрите, как не получилось, Надя, вы книгу. Кукушка, кого-нибудь. Эту вещь, пожалуйста. Подожди, что не получается? Карина! Все только жестко! Девочки, вот. Тут уже девочки уже популялись. Ангелина с Адалиной. Она не будет. Вот. Ну, тупая. Да подождите, подождите. Да стойте. Понимаю. Война бесконечности называется. А Лена сейчас встанет, накричит на нее и убежит. Либо просто даст ей пожопище. Такая музыка прям подходит. Хватит! Девочки, ну реально хватит. Все, Адаля, хотела же искупаться сходить, все. В чем проблема? Смотрите, сейчас он там что-то текет у тебя. Бежит. Нет. Короче, я приодела сандалики. А давайте делить футболку. Одела. Сейчас мы будем делить. Я думала, шарики. Отделять. Зеленый. Ты зеленый. Как ты понимаешь, что это вверх? Можешь нам поскладывать их. Да. Я вам не сказала то, что в кого больше заполняется шариков, тот выполняет задание. Может, тот плохо будет. Мы придумаем какое-нибудь задание, и тот человек обязательно это выполнит. Потом просмотрим видео и посчитаем, у кого больше попало шариков. Шариков очень мало, потому что мы на троих поделили. Сейчас будем как-то справляться. Чила. Давай подходи. А что у меня то? Я мне страшно. А что у меня то хочет здесь? Блин, не выходи. У меня закончились шарики. Я не знаю, что.
Они вроде блядь, мне закончились. У меня только попали один раз, да. Я не помню, я вроде 2 или 3 раза попала в корину. Я 17 раз попала. Я одна мокрая. Мне только она мне кошку кинула. Ну, короче, Ангелина мне пнула спину. Очень больно, когда спину кидают. Мы посмотрели видеоролик и поняли то, что Ангелина проиграла, больше всех получила, в принципе. И мы сейчас пойдем с Лизой придумать ей задание. Я уже придумала задание. Если Лиза с ним согласится, то она будет его выполнять. Ребят, я думаю, то, что чтобы Ангелина пошла на поле, у нас есть большое поле, и покажи, облила мне себя водой. Такое большое поле есть, она пойдет туда и обольет себя водой. Okay. А, Лиз, ты соглашаешься? Да, но я хочу сказать, Ангелина, вот у меня, мы снимаем в поле, и она такая, я не хочу туда бежать. Да. Ты не будешь никуда бежать, твое задание будет облиться полностью с головы до ног на поле. Холодной водой? Не холодной, просто обычной водой. Просто. В тазик, либо в тазик, либо куда-нибудь туда, и мы тебя на видео снимем. Тогда придете со мной, чтобы было. Да. Они несут воду, потому что это от них задание, они несут, я только обливаюсь. Вот, идем, вот. Да, дальше на поле. И, ребят, чтобы вы понимали, это вода только набралась, и она только с насосом, как... С колодца, можно так сказать. Она очень ледяная. Ребят, смотрите, как красиво. Какой закат. Вон дом. И мы вот здесь как отошли. Сейчас она будет обливаться. Мы сейчас будем все снимать. Раз, два. Давай сразу снимем. Она ледяная. Окей, можешь голову не поливать. Это еще хуже будет. Лилин, смех отсюда слышно. Давайся. Я не хочу. Давай! С головы до... Ой, с шеи до ног. Давай! Давай, далеко сказать, давай! Давай. Писец. А ты чё? Да успокойся, у меня телефон! Паня! Паня, у меня телефон! Паня, я тебе... А чё ты что, я оператор? А чё ты? Тупая! Ты чё, ванна камеры? Меня обнимают, а ты тупая, что ли? Да успокойся! Да всё! Да, Ангелина! Да всё, успокойся! Да всё, ты меня обняла уже! Я уже мокрая! Я не обняла, дай тебя обнимать, что я... Убери руку. О, как тепло. А, у меня уже комары съели все. Пипец, девочки, мальчики. Ты не нашли свое задание. Ну, я вас просто обнимаю. Ребят, сейчас буду еще один влог делать. Я уже приехала домой, потому что мне нужно дать учебники в школу. Вот, сейчас буду их обклеивать. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Если хотите, можете посмотреть прошлое видео и перейти на канал и посмотреть все влоги, 2 влога последних. Вот. Ну а с вами была Карина. Всем пока.